Шалом, шалом! Добро пожаловать на нашу платформу Вайкра, и это мудрость Торы на каждый день с Леви Харпатиным. Бегство и изгнание. Последней казнью, которую Всевышний наслал на землю Египта, была казнь всех египетских первенцев. Это была самая последняя и самая жестокая казнь, которую Всевышний наслал, потому что владыка Египта, фараон, не хотел изначально отпускать евреев. Он не верил ни Моше и Аарону и говорил плохие и противные речения в адрес Ашема, нашего повелителя. Он давал посыл на то, что кто такой Бог, почему я должен вас отпускать и его слушать. И тогда Всевышний показал ему то, что он владыка этого мира. И он все может закончить в один момент. Из Египта вышло 633 тысячи евреев. Остальная часть не ушла. Кто-то не хотел, кто-то побоялся, кто-то говорил, нас и тут все устраивает. И та часть евреев, которые вышли из Египта и доверились Всевышнему, обрели все, что им было необходимо. Давайте доверять и слушать Всевышнего. Браха вацлаха.